Уроженец Нижневартовска стал заместителем премьер-министра России. Дмитрий Григоренко возглавил аппарат правительства страны. Соответствующий указ по представлению Михаила Мишустина подписал Владимир Путин. Григоренко с 2000 года работал в системе Федеральной налоговой службы и спустя 13 лет стал заместителем руководителя ведомства. Кроме того, министром науки и высшего образования стал уроженец Тюмени, теперь уже бывший ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. В новом кабинете министров свои должности сохранили экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин. Он остался руководителем Минприроды и бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он отвечает за строительство и ЖКХ.